Меня зовут Алексей Дурнев, и я ненавижу людей. Но больше людей я ненавижу животных. Учителя, врачи, ветераны, чернобыльцы, пенсионеры, да, впрочем, и все остальные украинцы. Этот сюжет не для вас. Сегодня мы на открытии элитного жилищного комплекса. Ни о чем вообще, не работает даже телевизор. Вы какой мы взяли квартиру? Мы однокомнатную взяли маме, да. Однокомнатную здесь стартуют цены вот... 2000 за квадрат где-то. 2000 за квадрат, получается там плюс-минус где-то 130 тысяч долларов там. За одну. Действительно, ну, более-менее доступное жилье в центре. Да, 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 да. Здорово, что, в принципе, люди могут приезжать в Киев, да, из других городов на работу куда-то вот устраиваться, да. И ну, могут позволить себе... Это хорошее, да, и под аренду, и под покупку, очень хорошее предложение. Здесь покупать квартиру. А до каких пор вот, ну, жилье будет строить вот только для богатых? Когда для бедных нашли? А еще почему вы считаете, что это для богатых жилье? Это не для богатых. Ну, здесь же здесь недорогие квартиры. А какую квартиру хотите взять? Двухкомнатная. Двухкомнатная где-то 170, 180. 160. 170 тысяч долларов. Ну, это не для богатых квартиры здесь. Что вас сюда сегодня привело? Мы купили квартиру в 2006 году. Можно сказать, что сегодня праздник на вашей улице? Так и праздник. Это как рождение ребенка. Ну да, можно сказать, именно так. Когда, ну, будет праздник на улице простых людей? Ну, надеемся, в 2012 году на евро. Или когда комета прилетит. Ну или когда комета прилетит, выбирайте сами. В принципе, когда всех уравняют и все. Следующая власть придет, всех уравняет. Власть кометы. Власть комет. А можешь показать эмоции ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, который узнает, что квартира здесь стоит 130 тысяч долларов? Как вы оцениваете то, что теперь в Киеве есть не только там элитное жилье, но и жилье, скажем так, доступного класса? Ну, мне кажется, что на сегодняшний день есть огромный выбор в Киеве доступного жилья вполне в центре. Скажем, семья среднего достатка вполне может позволить себе приобрести жилье, даже люкс-класса, премиум-класса вполне. Для этого есть все необходимые условия на сегодняшний день. А вот когда вы говорите «семья среднего достатка», о каком среднемесячном достатке идет речь? Ну, сложно сказать. Вы видите по сегодняшнему мероприятию, сколько на сегодняшний день продано квартир. Сколько здесь простых людей. Сколько здесь абсолютно разношерстная публика от самых интеллигентных и известных людей до обычных простых. Не очень интеллигентных и не очень известных, да? Да. Здесь купили люди квартиры, те, кто работали, да, кто трудились, кто думали о своих детях, кто думал о будущем, о перспективе. Конечно, вот как бы каждому по труду, понимаете, вот. Человек, ну, не думал действительно о будущем, так с чего ему покупать это квартиру? Не, потому что не думал, ну пусть он себе бухает, пусть он пьет пиво, пусть он колется, да, ну пусть он палит кнопки в лифте, пусть он мочится в подъезде, это его право, да. Друзья получили квартиру. Получили квартиру, стояли в очереди. Друзья, не, ну уже давно они ждали, там 4 года, и наконец дождались. Повезло, многие люди ждут и 20 лет вот в очереди квартиру, да, и не дают. Как так получилось за 4 года? За 4 года? Ну, я не знаю. Люди построили рядом один комплекс, сейчас второй, поэтому... Но это не та очередь, которая вот Советского Союза еще люди стояли? Нет. А, то есть вы так сказали, получили, приобрели, то есть квартиру? Да, конечно, приобрели, купили, да. Хорошо быть богатым человеком? Неплохо. Возможность быть здоровым, свободно передвигаться. Вот основные
преимущество. Смотрите, мы дело в том, что снимаем передачу ко дню ликвидатора ЧАЭС, да? И не могли бы вы сейчас передать его? Как вы его взяли по метражу? 120 метров. 120 метров, это где-то четверть миллиона долларов, по-моему, обошлось. Вот многие здесь сейчас говорят, ну там подходили к людям, которые приезжают на Бентли, там и на Майбахах. А они говорят, что ну несерьезно, мягко говоря, покупать здесь квартиру. Во-первых, и цена такая, и все-таки не Печерск. Как вы рискнули? Ну, в 2006 году квартиры уходили, что горячие пирожки. Поэтому надо было брать. Место хорошее, мне нравится, парк рядом. Перед такими вот людьми богатыми вам не будет неудобно здесь жить? Абсолютно неудобно. Эконом жилья их значительно больше. Нужно еще вопрос? Да. Алексей Дурнев, телеканал ТЭТ, программа «Дурнев плюс один». Хочется сказать вам спасибо за такое строение из стекла и бетона. Теперь ветераны, да, все афганцы, все ликвидаторы ЧС наконец-то смогут не ютиться в своих коммунальных квартирах, в своих общежитиях. Троллинг – это хорошее мероприятие, но я думаю, что оно не должно присутствовать здесь. Троллинг должен находиться в другом месте. Пожалуйста. Ну черт с ними, с афганцами. Но врачи-то купят квартиру. Леша, я же уже ответил. Троллинг в другом месте. Езжай в Пловский лицей, у тебя там хорошо получается. Мне здесь хорошо получилось. Підпишись і дивись усі випуски «Дурнів плюс один» першим.